Ну что, YouTube, всем привет. Давно не виделись. Очень много неприятнейших событий за последнее время, друзья. Много ограничений, много санкций, а теперь еще и снова повышенный утилизбор и так далее, и тому подобное. Но что поделаешь, это от нас не зависит. Такова реальность. Мы продолжаем наши обзоры. Продолжаем освещать вам цены, ситуации на рынках и так далее. Также многие пишут, задавая вопрос, какие есть сейчас варианты ввести, ставить на учет и так далее. Скажу вам, что сейчас можно выбирать и ввести автомобили выше 2018 года, растаможенные на физлицо, на физика. Также многие ездят на армянских номерах еще с 2018-2019 годов. Платишь пошлину годовую и ездишь на армянских номерах, так как мы состоим вместе в ЕАЭС, Евразийский экономический союз, единая таможенная зона и так далее. Многие ездят также и на армянских номерах, как в Армении на российских номерах ездят, и также и в России ездят на армянских номерах. Да. Но в частности, кто хочет поставить на российский учет с альтернативным льготным утильсбором, те должны покупать автомобили, растаможенные на физлицо. Тогда платишь, как и раньше, льготный утильсбор до 5200-5500 рублей. Такова вот реальность и суть на сегодняшний день, друзья мои. А сегодня мы пришли, чтобы снять новый свежий обзор с ценами. Так что не расстраиваемся, не теряем надежды, чиркаем лайк и погнали. Народу хоть отгребай лопатами, видите? Вот Акура, видите, красавица какая. Пять тысяч восемьсот миль пробег всего-навсего. Нижги на балюс. Солингу кейс. 25 тысяч цена. 2021 год. Новые диски, новые шины. Бесключевой доступ, люк. Кожаный салон. Мишлен. $15,700. Вот это вот малышка. Двухлитровый Dodge мотор. Kia Forte. Спорткомплектация. Jeep Compass почем? Limited комплектации. Limited плюс. 4 на 4. Год какой? Пробег год. 17 год. Пробег? 42 тысячи миль пробег. Полный привод здесь. Режимы там сноу, снег, грязь, песок и так далее. Панорамная крыша, все есть. Резина, новые диски, супер состояние, хорошее. Камера на полосу, бесключевой доступ, все есть. Bells. Багажник тоже электрический. Парктроники сзади, спереди все есть. Сабвуфер.
Пошли вперед, друзья мои. Вот Kia Forte — это более свежий год. Уже надпись здесь другая, видите? GT Line комплектация, то есть максималка. Вот, супер, просто пушка салон у нее. Цены от 20 тысяч на них, вот на эти годы, в такой вот комплектации. О, банан проехал мимо. Jeep Compass Trailhawk, друзья мои. Это самая дорогая комплектация на них. С ключевой доступ. Jeep Compass Trailhawk 4x4. Девятнадцатый год. Nissan Rouge тоже в хорошей комплектации. Здесь он камеры 360, панорамная крыша, кожаный салон, все есть. Сиденья перфорированные с подогревом. Подогрев руля, старт-стоп. Все есть. Самая насыщенная SL комплектация. Но что я заметил, на них, на этих комплектациях, линзованной оптики бывает у него нету. Или фары поменяли. Или вот здесь лобовое стекло тоже менено, то есть удар тоже был спереди, вот по стыкам видно, по зазорам на бампере. Цвет белый жемчуг или белый перламутр. Цены мне не написали, а каждый раз звонить на 13 800. Тива тасут, вот это вот Malibu, растаможенная на физлицо, друзья, 19 года. То есть можно ее отвезти в Россию и по льготному утильсбору поставить на учет. 13 тысяч долларов просит за нее. 1,5-литровый двигатель здесь, не 2. Hyundai Kona. Комбинированный салон. Один и 6 турбо. Бэха, вот это посмотрим сейчас почем. Смотрите, какая красивая морда у нее. 19-й год. Тоже растаможено на физлицо, 42 тысячи километров пробег. Ничего, ржесть, Барлюс. Я раз не лезу. 39 тысяч долларов.
5 мотора. 2.0 Twin Turbo. 2.0 Twin Turbo. 260 ձեւ. Ուհ։ 260 лошадей. Toyota Sienna, всеми любимая из всех комплектаций. Вот такие светодиодные фары у нее. Вид просто огонь. Черный кожаный салон. 2015 год. Цена на подпрессе, видите, $22,900. Ну вот уже пошла движуха, видите, уже на физиков начали растамаживать. Уже вот несколько машин мы увидели, что они растаможены на физлица. Так что так, друзья мои. Nissan X-Terra, смотрите. Тоже на раме 2007 года. Хорошая машина для поездок по бездорожью, на охоту, на рыбалку и так далее. Сверху его это тоже есть, вот эти. Крепежи, багажник. На автомате. Девятнадцатого года Optima с панорамной крышей. Trail Hawk. Почем, брат? Почем? Здравствуйте. Инчаржи. 17 тысяч долларов. Год какой? 18 год, 17 тысяч. Trail Hawk. Ага. Комбинированный салон, кожа и ткань, полный привод, кожаный мультируль, большой монитор. Пробег какой? 8000 километров. 130 тысяч километров. Trail Hawk 4x4. Трейл. Наклейка, а? Вперед, за вас кое-где. А, драм-вара потянулся, винкода. Вот винкод. Кого интересует, можете пробить. За себестоимость отдает человек. Вот сколько, говорит, у меня обошлась. Привез и продаю за эту цену, так как срочно деньги нужно. Kia Sportage, друзья, 21 год, 23 тысячи долларов цена, 2.4 объем. Вот. Пока что вот такой вот момент. Все ждут, ожидают чего-то, каких-то перемен там. Я в предыдущем ролике тоже вам показывал. Кто не смотрел, переходите на главную страницу канала, посмотрите предыдущий ролик. Там уже Госдума подала ходатайство, чтобы повременили с коммерческим утильсбором до конца декабря, чтобы те, которые привезли автомобили
разными объемами, чтобы хотя бы они смогли поставить на учет. Да, так как их сразу поставили перед фактом, не дали, те даже кто до 28 октября привозил, даже их им не дали. И даже те, кто уже до этого проходил СБКТС и платил, списывал утильсбор, даже вот я слышал, читал на форумах, даже у них требуют доплатить коммерческий сбор, то есть в размере коммерческого утильсбора разница, чтобы заплатили. Даже те, кто, которые уже списали. Так что вот поэтому люди очень многие начали жаловаться, обращаться к президенту Российской Федерации, к правительству и так далее, для того, чтобы им дали время, чтобы они успели поставить свои автомобили по льготному утильсбору на учет, так как у многих требуют такой же утильсбор платить, за которые они, например, за стоимость которого купили они автомобиль, или даже больше автомобиля, которого они купили. Многие, например, дешевые автомобили купили, они же тоже все проходные были, вот эти до 2008 годов и так далее. Там с объемом до 2,5 литров, до 3 литров и так далее. Поэтому многие люди, у них нет возможности платить такой повышенный утильсбор. Да, и получается, что они должны или раскулачить свои машины, или выбросить. Поэтому многие просят, ходатайствуют правительство, чтобы повременили, дали зазор, дали время, чтобы они поставили свои автомобили на учет и заплатили утиль по льготным тарифам, которые были до этого. Вот такие вот дела. Друзья мои, а для тех, кто хочет вот возить вот сейчас автомобили, чтобы платить по льготным тарифу утильсбор списывать, они уже должны покупать те автомобили, которые растаможены на физлицо, на физика, так как говорят многие. Вот 12500, ребят, 18 года Ford Escape на автомате.